Большой зоной риска сегодня является глобальная сеть. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер. Уход преступников в темную сеть, или, как ее называют, Darknet, затрудняет контроль со стороны государства и частного сектора. Террористы активно используют социальные сети для пропаганды и вербовки новых сторонников, цифровые технологии для финансовой подпитки. Это еще один вызов для глобального контртеррористического фронта. В этой связи вот мы все страдаем. Глобальная сеть, интернет, все пользуются этим. Создали эту хорошую игрушку большую, и сейчас не знаем, что с ней делать. А точнее знаем, даже очень хорошо знаем, но не хотим делать то, что мы понимаем, и то, что нужно делать. И еще, но создавая какую-нибудь игрушку, в кавычках, мы должны понимать, что если она с одной стороны несет благо для человечества, а интернет это действительно с одной стороны благо, нам же надо подумать было о том, а что может плохого человечеству принести интернет в данном случае.